Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Honor 20M можно пользоваться Google камерой. Открываем Google камеру, нажимаем выполнить поиск и можно начать с функции перевод. Выбираем, с какого языка и на какой хотим переводить, после чего просто наводимся на текст и фотографируем. И увидим с вами перевод. Текст. Если нам нужен какой-то текст, например, перепечатать на телефоне, и вот находится он перед нами, можем его просто сфотографировать и копировать его. Я даже не знаю, есть ли у меня какой-то текст здесь, в этой комнате. А вот давайте... Вот у нас же есть QR-код. Мы с вами можем просто сфотографировать. Текст, который написан чуть ниже, фотографируем. И вот, пожалуйста, можем скопировать вот этот вот текст на русском языке. И нажимаем «Копировать текст». Поиск. Очень удобная функция. Допустим, если у нас дома лежит какая-то вещь, и мы не знаем, что это такое, просто ее фотографируем, и Google нам расскажет, что это за вещь. Домашнее задание. Тут все понятно. Фотографируем, Google нам решит домашнее задание за нас. Покупки. Если мы не знаем, где купить какую-то вещь, просто я должен сфотографировать и увидим, собственно, на каких сайтах, в каком интернет-магазине можно купить данную вещь. Места. Если перед нами находится какое-то красивое здание, что угодно, что, скорее всего, будет иметь свою страничку либо на Википедии, либо хотя бы будет отмечено на Google картах, можем сфотографировать это здание или что-то, построение какое-то, постройку точнее, и Google нам все-таки покажет и расскажет, что это такое. Кафе и рестораны. Собственно, тоже фотографируем кафе или рестораны, Google нам покажет оценку, отзывы и также можем посмотреть меню данного ресторана. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!